Представьте себе день обычного среднестатистического современного молодого человека. Интернет, интернет, интернет! Знакомства в интернете стали сейчас настолько обыденными для нас, что уже воспринимаются как что-то должное. И вот представьте, выспавшись под вечер... Хорошо кому-то, выспался. Шш, тихо, не мешай. Так вот, выспавшись под вечер, вы прямиком с нагретой кроватки бежите бегом за комп. Ну, а как же иначе? Там же ВК проверить надо, указать в интернете кому-то, что он не прав, посмотреть новые видосики на ютюбе и все такое прочее. И вот, зайдя в личку в каком-то чате или соцсети, вы видите входящее сообщение от незнакомой красивой девушки. Приятно удивившись, вы вступаете с ней в дискуссию, даже не подозревая, что за всем этим может скрываться что-то ужасное. И сегодняшний вечер может стать для вас последним. Вот как-то примерно так и начинается для вас игра Don't Chat with Strangers от крошечной польской студии Bartosz Bojarowski. И состоящий из одного человека, судя по названию. Проект в жанре инди-головоломки с элементами психологического хоррора. Буквально на днях вышел в свет в нашем любимом Стиме. И, конечно, мы не смогли пройти мимо необычной игрульки. Очередной подарок для любителей пиксельной 2D-графики с полным выбором действий. Ну, почти полным. Выжить этой ночью вам будет ой как непросто. Каждое действие нужно будет продумывать и лишний раз ничего не трогать. Иначе... неминуемая смерть. Но как бы не хотелось дать этой игре высокую оценочку, ну скажем, ну, пятерочку. Хотя мы этой ерундой и не занимаемся. Сделать этого мы не сможем. Не все так радужно вышло у ребят из Bartosz Bojarowski. Да, это интересный проект, есть в нем что-то необычное, но это игра на раз. Умерев пару десятков раз, вы наконец-то поймете алгоритм, и весь вроде бы как выбор действия окажется лишь иллюзией, очередной фикцией, словно в играх от Telltale, и прохождение у вас займет минут 15-20, а то может быть и меньше. Да, на один разочек, пожалуй, мы даже порекомендуем вам ее, но покупать ее в Steam, пусть и за небольшие деньги, собственно, решайте сами. Возможно, только на большой распродаже под Новый год. Хотя идея игры очень интересна и поначалу действительно затягивает. До новых встреч, дети интернета. Будьте осторожны, не болтайте с незнакомцами.